Доброе утро, ребята! Всем здравствуйте, всем привет! С кофейком вышла на улицу, но что-то... Пойду-ка я, наверное, обратно, какой-то ветер холодный. Что-то выглядит теплее, чем на самом деле. Не, я пошла вовнутрь, там намного теплее. Что-то холодно. У нас сейчас вовсю работают теплые полы в доме, и... Если вы делаете ремонт и думаете, делать вам теплый пол или нет, обязательно делайте. Это сказка. Я хожу босиком! Мои дети босиком, Аня, он вообще в трусах ходит. И не жарко, не душно, а тепло, комфортно, классно. Вообще, я так рада, что мы все-таки сделали теплый пол по всему залу. Он не такой, он не так ощущается, как на плитке, потому что у нас ламинат лежит. Когда теплый пол делают и сверху делают плитку, тепло ощущается намного сильнее. Именно при контакте, да, когда наступаете. Вот у нас в душе теплый пол, в ванной, в санузле, а на первом этаже тоже везде теплый пол, вообще прекрасно ножками. Но и на ламинате, когда ходишь, особо не чувствуешь, что... Прям тепленько, но при этом атмосфера в доме очень теплая, и я вот в такой вот кофточке уже не ношу кардигана, не заматываюсь, и дети у меня уже не в таких тепленьких пижамках, а в обычных хлопковых. Короче, и тепло. Я их щупаю все время, чтобы ноги, все тело было теплое, и вообще так классно. Добрый. Не знаю. Просто, знаете, когда столько лет живешь в Испании, и здесь с теплом в доме огромные проблемы, здесь холодно. Ребят, здесь реально внутри домов холоднее, чем на улице. Поэтому у меня такой восторг и такое наслаждение от тепла внутри дома, потому что это действительно очень такая щепетильная тема для Испании. Кто сюда переехал, кто здесь живет, меня поймет. И не только в Испании. Насколько я знаю, в Германии тоже холодно. Нет, не в Германии, в Бельгии. В Бельгии холодно в домах. Как? Кто топит, у того не холодно. Но все экономят, поэтому многих. Поэтому у многих дорого, холодно. Да, дорого. А у нас получается отопление либо на солнечных батареях, до солнышка, а потом мы переходим на дизель. У нас дизельное отопление. В общем, нормально выходит, довольно экономно, и потому что если нет солнечных батарей и напрямую от электричества, то, конечно, счета капец какие. Многие просто предпочитают надеть несколько, как мы раньше надевали несколько слоев одежды, ну потому что. Да, что да, нас сложно. Тепло дома, дети? Не, постелу едят и смотрят. Что значит нет? Лежит с босыми ногами, с животом голым. Говорит, нет. Конечно, да. Ой. А папа наш сейчас будет готовить завтрак нам. Будет готовить греночки. Вчера. Гренки мы ели позавчера или позавчера. В общем, я не доделала вот эту вот красоту. Я сейчас смотрю, что-то мне в ней не нравится, и я ее сегодня переделаю. Ну, какое не нравится? Ну, именно как игрушки висят, мне там еще элементы нужно добавить. Я сейчас покажу, что мне еще нужно добавить. Я заказала вот такие свечки на елочку. Большая у меня такая упаковка, и несколько штук пойдут вот на эту композицию. Они вот так вот цепляются и включаются вот так. На пульчике все работает. Ага, вот они мерцают. Вот я хочу, чтобы мерцали. Как будто реально свеча горит. На таких прищепочках. В общем, сегодня доделаю. Что там у тебя? Еще одну пастилу тебе дали? Папа. Папа дал? Папе. Папе? Да, папа. Что мне с этим нужно сделать? Я могу открыть. Скажи, открой. Мама. Скажи, мама, открой. Подожди, Ванюш. Скажи, мама, открой. Открой. Мама, открой. А волшебное слово? Открой. Пожалуйста.
Ванюше не терпится посмотреть. У нас рабочие сегодня полдня работают. Ты посекал, Манюш, не выходи. Да, просто вот тут стой. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our nose. Let's forget that we broke. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toes for all the good times. Давай, проходи. Это очень низко. Что низко? Лес. Ого. Очень прелестно. А ну убери, да, вот эту коробку. О, инсталляция для унитаза. Посмотри, какая низкая. Держи. Давай, ты тоже хочешь посмотреть? На как оно выше, а как оно ниже. Я сюда буду заходить из этой... Так это окно, сынок. Это тут будет лестница, Ванюш. Вот так вот раз и пошел на улицу. А я? Серьезно? Сейчас я попробую. Нет, нет, нет. О, а вот это что-то пробили. Вот это. Это для воды. Для воды? Этот... Слив. Ну, это канализация для стиралки. Для кранов тоже. То есть тут будет стиралка, краны. У нас кранов будет уходить. Когда уже закончить строительство? Ну, мы только сколько дней? Еще даже неделю. Ну да. Во вторник начали. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Ну, сегодня пятый день, но у них короткий день. То есть вот в 12 они уже поехали. Да. Все-таки у людей должны быть выходные. Конечно. Поэтому... Они сегодня большое дело. Да, вот это подготовили и вот еще простробили. Я сегодня, кстати, утром съездил, привез. Фирма, кстати, у нас внизу, Рока, это испанский. Хорошая. Проблем не было, да. Поэтому мы такой же самый. Такой же самый же, да? Один в один. Ну, она как-то так называется. Угу. Вот. Хороший, мне нравится внизу, такой же самый. И здесь решили поставить. Раньше вот здесь была труба, а теперь будет вот тут. Красота? Да. Не надо. Доченька, не надо. Анютка у нас проснулась и навернула целую тарелку борщика. Все, она. Тате. Постре. А я тоже все съел. И Ванюшка и тоже Ваня съел целую тарелку. И вообще у нас все, больше нет борща. Это... Все съели. Хочу еще. Фрукты. А хочешь еще борща? Мама, ты слышала? Мама, тут ты. Фрукты? Я тоже. Мандарину будешь? Нет. Банан? Только все не съедаю. Киви? Тоты. Острые? Да. Ну, фрукты. Какие фрукты ты хочешь? Ягодки будешь чернику? Ягоды. Капы. Ягоды, да. Ванюш, ты ягоды хочешь? Я не пропущу это. Пропущу? Что не пропущу? Пропущу. Что? Попкорн. Попкорн? Так нет попкорна. Да. Мы приехали погулять на набережной, но здесь такой ветер, невозможно. Просто ужасно, неприятно. Поэтому мы уезжаем отсюда. Мы думали погулять на набережной, но очень ветрено, очень. Да.
вчера. Поэтому мы едем в город погулять. Мы едем в Мотору. И прям по самому городу прогуляемся. Там сейчас... Да. Все, мы приехали в парк. Тут ветерок тоже есть, но не такой сильный. Слегка. Комфортно, да? Вам комфортно? Да. Мне соляна. Соляна. Соляна? Это как? Вам написано соляна. А, соляна. Наверх хотите? Вот где-то площадка была. Вы до нее не хотите дойти? Или мы к ней как раз таки и идем? Да? Да. Можно взять крупу парку. Ну давайте поднимаемся. Пожалуйста, поморгайте глазами. Ого, Ваня! Ты далеко поехал? Анюта не ищет легких путей? Нет. Нет? Давай я тебе. Давай. Ну такую высокую лестницу сделали. Какая-то высокая чересчур. Ну вот сюда ставь. Тебе идет розовая сумочка. Ты сам разобрался, как? Да, Аня, высоко. И ты высоко. Давай, спускайся теперь. Ты знаешь, как оттуда спуститься? Да, здесь грязно. Может, не надо? Надо. Не надо. Иди, папа тебя словит. Грязно, не надо. Это, вот это пума номер два. Прыгай. А я... Ты пума? Я номер пять. Давай, прыгай. У наших детей сейчас такой период. А я. Говорим Анюте, Анюта, ты такая молодец, Ваня. А я. Ванюша, говорим, Ванюша, давай тебе купим вот это, и мы пойдем туда-то, туда-то, сделаем то-то, то-то. Аня такая, а я. Это вы про что? Это ты не подслушивай. Ну, пожалуйста. Ну, скажи. Нашли мы получше площадку, чем та. Хочешь к Ванюше? Тут будешь? Ну давай. Давай, поднимайся. Тут и горка чистая. Давай. Спускайся. Вау! Еще раз. Давай, еще раз. Тебе тоже идет эта сумочка розовая. Спасибо. Это моя эта собачка, кошечка. Да? Мы тут проходили мимо совершенно случайно и попали на тусу. Вот эти большие куклы. И очень много людей. Мы зашли в кафе. Дети кушают вафли с нутеллой. Ваня помогает Анюте. А мы с Ваней на двоих взяли. Я вот себе с мармеладом, а Ваня хочет с... со сгущенкой, со сгущенным молоком. Вот, у меня чай, у Вани кофе, у Анюты сок, у Ванюши какао. В общем, полный комплект. Очень много людей. Еле место нашли. Всем приятного аппетита. На обратном пути зашли в... Я быстренько зашла в Меркадону. Буду готовить лагман. Там немножко яблок купила, и мне нужно взять хлебушек. Вот, наверное, вот такой. Или вот такой. Так, сейчас не могу определиться. Возьму вот этот. Ванюша любит сэндвичи с этими. Так, и печенье.
печенье. Мне сказали, что очень вкусная шоколадная Мария. Вот, возьмем Марию шоколадную. И самое обычное печенье мне надо. Только не без сахара. Просто хорошее печенье. Вот эту, что ли, взять? Дети иногда с молоком. Да, возьму такое. Просят. А, молоко. Самый важный ингредиент. Чуть не забыла. Надо пойти взять молоко. Молоко.